Шалом, драгоценные друзья, это программа «5 минут с Ораном Левари». Но она необычная, друзья. Мы находимся в Иудейской пустыне, недалеко от того места, где произошли исторические, друзья, важные моменты. Моменты человечества, которые, наверное, изменили ход событий. Недалеко от нас находится Содом и Гоморра, друзья, и Мертвое море, Соленое море, как мы говорим. Я сегодня держу в своих руках камни. Я хочу сказать, друзья, что жизнь наша и вообще мир, мир сегодняшний, он как пустыня, друзья. Но можно найти много прекрасных камней в пустыне. Я напоминаю вам то, что сказал наш Спаситель, Спаситель человечества, Иисус Христос. Он сказал такую вещь, что мы являемся живыми камнями. Вы знаете, когда он въехал в Иерусалим, они подстилали ему под ноги, под его осленка, подстилали пальмовые листья, одежду свою. И они кричали: «Осанна! Осанна! Аллилуйя! Слава Богу Вышних!» И на это сказали фарисеи, разъяренные: «Останови их, разве ты не слышишь, что они говорят?» Он говорит: «Если они умолкнут, то камни сии, камни возопьют». И также Иешуа сказал, что Бог может из камней сих создать сынов Аврааму. Но не в этом воля Божья, чтобы из таких камней создавать сынов Аврааму. Воля Божья, чтобы мы не молчали, чтобы мы говорили. Воля Божья, чтобы мы поняли, что да, этот мир сегодня как пустыня, где жизни становится меньше и меньше, потому что попираются законы Божьи, мораль, и человечество катится вниз. Иисус сказал: если мы перестанем говорить, то камни возопьют. Нам нужно продолжать говорить. Может, нам кажется, что мало кто нас слышит. Может, нам кажется, что мало кто обращает внимание. Но я хочу вам сказать, сам Иисус сказал: если мы остановимся, то камни возопьют. Конечно, камень точит. Это правда. И как бы ни проповедовался Христос, говорит апостол Павел, я и тому рад. Очень часто наши мнения не сходятся. Очень часто у нас есть какие-то теологические споры и вопросы. Но одно мы должны знать, что мы, как живые камни, не должны останавливаться. Мы не должны умолкать. Мы обязаны говорить этому миру правду и истину в любви. Мы обязаны говорить то, что мы пережили сами. Мы обязаны поднимать и возвышать голос за правду, потому что Библия говорит нам, что ты возненавидел зло и возлюбил правду. И тогда Бог возвысил тебя, написано. Он помазал тебя елеем радости более соучастников твоих. В этом мире мы должны, обязаны говорить о Божьих принципах. В этом мире мы должны поднимать мораль. Потому что, напоминаю вам, мы живые камни, мы, как там написано, соль земли, мы свет мира, друзья. И несмотря на то, что число тех людей, которые не хотят слышать, превышает, мы должны знать, что тот, кто в нас, он больше того, кто в мире. Мы должны знать, что все-таки среди тех людей есть те, которые на самом деле преклонят свое ухо и откроют свое сердце. Потому что, друзья, еще остались здравомыслящие люди. Для того, чтобы прислушаться к морали, для того, чтобы прислушаться к тому, что правильно, не обязательно человеку быть прям верующим сразу. Есть множество людей, которые ждут нас, которые ожидают того, что церковь, верующие люди возвысят голос за правду. И в церкви не должно быть двойных устоев. Знаете, так как двойное направление. И вам, и нам, и тем, и им. Нет,
мы живые камни, и мы продолжаем возвышать голос за Божьи принципы и законы и поднимать мораль на этой земле. Шалом вам из Иудейской пустыни.